Теперь автомобиль можно поставить на учет с электронным ПТС, а также по желанию поменять старый бумажный документ на новый электронный. Если вашему железному коню необходимо заменить двигатель, теперь совершенно не обязательно предоставлять в ГИБДД договор купли-продажи. Достаточно просто предъявить автомобиль с замененным мотором для осмотра. По его результатам сведения о номере двигателя будут внесены в ПТС и базу госавтоинспекции. Главное, чтобы замененный двигатель был аналогичного типа и модели, ранее установленного. То есть не было факта внесения изменений в конструкцию транспортного средства. Если же вы решили продать автомобиль, купить новый и хотите оставить свой прежний госномер, теперь это тоже сделать гораздо проще. Можете оставить свой номер на хранение теперь на 360 суток. И после покупки нового транспортного средства присвоить себе новому транспортному средству, своему же, присвоить старый номер. Также 6 октября собственникам разрешено ставить на учет автомобили не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют записываться на регистрацию заранее через портал госуслуг. Это позволит получить услугу максимально быстро и удобно. Уже давно у нас практика такая введена. Через портал госуслуги люди активно записываются, оплачивают со скидкой госуслугу предоставленную. Административная процедура оказывается в течение минут 40. Не более часа по регламенту она, в принципе, должна оказываться. Мы за данные рамки не выходим. Денис Петриченко не первый раз пользуется порталом госуслуг для записи на регистрацию. Сегодня приехал на регистрацию автомобиля. Заранее записавшись на госуслугах, отдал документы в пятое окно и стою, ожидаю осмотра. Времени у меня заняло минут 10-15. Мне очень нравится. Андрей Абатуров приехал регистрировать автомобиль жены из Домодедовского района и тоже по записи на портале госуслуг. Домодедово очередь очень далеко была, то есть можно было записаться только на выходной или на следующую неделю. Вот здесь я вот успел в рабочий день записаться. Сейчас стало намного удобнее на самом деле. И с порталом, и с оплатой, и то есть не надо бегать там, искать, где квитанцию там платить. Кстати, теперь при постановке на учет госномера присваиваются не по порядку, как было раньше, а случайным образом. Специальная программа сама выбирает, какой номер дать вашей машине. Это позволит исключить коррупционную составляющую. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.